Искитимские ребята летом не скучают. Молодежный квадрат проводит для них разные конкурсы и мастер-классы. В прошлый раз ребята были парфюмерами, а в этот раз можно попробовать себя в роли флориста. Ксения Блохина с самого детства любит цветы. Полевые или комнатные, разницы нет, говорит девушка. Главное, чтобы было красиво. Я хочу создавать разные композиции. Вот, чтобы в будущем у меня есть большая мечта, это мой дом, у меня будет все засажено в цветах, чтобы я сама для себя делала разные композиции, создавала. Правильно составить букет, казалось бы, легко, но есть много моментов, которые важно знать. Какие цветы сочетаются друг с другом? Как правильно их расставить, чтобы получился красивый пышный букет? А когда обучение проходит в веселой компании, еще интересней. Мне очень нравится заниматься чем-то в коллективе, и то, что я очень сильно тоже люблю цветы, потому что они красивые, нежные и очень раскрывают глаза на мир. Для того, чтобы поучаствовать в мастер-классе, необходимо было предварительно зарегистрироваться. Желающих принять участие много, но места ограничены. Ребята регистрировались, девушки, вот, и уже после этого мы закрыли запись, потому что у нас ограниченное количество людей. То есть, но набрали мы максимально быстро, то есть буквально 2-3 дня, и уже собралось определенное количество людей, которые будут участвовать в мастер-классе. Флориста часто сравнивают с художником, только вместо красок используют цветочные бутоны, зеленые растения и природные материалы. Возможно, в будущем кто-то из присутствующих захочет связать свою жизнь с этой профессией. Сегодня у каждого участника букет получился уникальным и неповторимым.